Бомбить. Здравствуйте. Приветствую, добрый вечер. Здравствуйте, вы откуда? Город Очаково, Николаевская область, Черное море. Почему у вас молодежь такая гнилая? У кого это у нас? Ну, у вас, в вашем государстве, в вашем обществе. А что случилось? Ну вот мы до этого разговаривали, вот просто ну, неадекватные люди, не с недоразвитым умом, получается. Они не умеют отойти, начинают сразу грубить, начинают что-то высказывать, один негатив. Им говоришь привет, а они какую-то всякую несут. А теперь вы всем жалуетесь, да? Почему мы не жалуемся, просто говорим, вот который человек без мы всякого... Мы уважаем взрослое поколение, понимаете? Мы уважаем взрослых, у нас было всегда воспитание такое, что... Так, вы уже взрослые или что-то, не пойму? Ну, мы совершеннолетние. А то темно, я что-то не разберу. В общем, напали на вас несовершеннолетние... И облаяли вас. Ну, просто бред. Гниль, понос изо рта. И что они там такого сказали на вас? Ну-ка, скажи. Ну, гниль какая-то, гниль просто из жизни. Так что конкретно? Ну? Да, зачем говорить вот эту конкретность? Родители задевают. Зачем? Гниль просто идет изо рта и все. Родителей задевать, моих родителей. Ты кто? Так вы же из России. Ну и да. И что, и это позволяет, что говорит всякую гниль? Ну так это обматерить россиянина, это же святое дело. Не знаю о человеке, а о сущности у этого человека. Начинает такую гниль нести. Ну я вот, так сказать, добрый. Вам повезло со мной, я добрый. Слава Богу, да. Да. О чем тут беседа? Беседуете, разговоры разговариваете. Ну, просто разговаривали, спрашивали мнение людей, то, что какая ситуация между Россией и Украиной сейчас, в данный момент. А, так что тут, мы же не дипломаты с вами. Ну, там международные организации, по-моему, все определили. Что Россия, так сказать, незаконно вторглась без всяких оснований и полномочий на территории Украины. Нет. Это говорит ЕСПЧ, это говорит ООН, Совет Европы, это говорит Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Ну вот смотрите, вот получается Луганская... Донецкая Народная Республика так. Показала свою независимость. Наша Россия, получается, сказала, что это все. Блин, я так... Получается, смотрите, как... Ну, вы соберитесь, как бы, у вас там что-то... Я просто не могу сформулировать свою мысль. Я хочу сказать то, что Луганская, Донецкая республика хотела отделилась от Украины, получается. А наша Россия поддержала это и согласовала, грубо говоря, вот эти все моменты. А и можно так отделяться? А вот у вас, если Татарстан отделится, или Башкортостан, или Кавказ отделится, что? Куда ж ты удрал? Опа-на! Какой блогер! Сзади какой фон! Нифига себе, блин! Да, восхищаетесь. Это я такой... Да, добрый вечер. Вечер в хату у нас, говорят, знаешь. А где эта хата? Хата где? Добрый вечер. Ну, у тебя за спиной, наверное, хата.
Нет, так раз вы... ты такой фон создал, значит, что-то хочешь донести, наушники у тебя, очки такие затуманенные, весь ты такой парень такой нормальный, сейчас ты там начнешь нам лить там информацию такую крутую. Да нет, я потихоньку буду разбираться. У вас хата где-то, вы что, где вы живете? О, какого года рожак? Ну, вы где живете? Хата у вас где? В России хаты бывают разве? Конечно, у нас хата. Хата у нас бывает на зоне. А, на зоне? У нас бывает территориальные целостности. Изба у вас же, по-моему, избы. Деревни, избы. Ой, начинается. Слышишь, ну ты парень же советской закалки. Ну, что ты сразу начинаешь мутить? Ты же разумное существо, 27Q+, блядь. Чего ты начинаешь лить сразу? Изба, хуизба. Уже там вас поделили, пацаны. 8 областей отходят, блядь, или 7, к Польше, остальные под Днепр России. А вы там сидите, все, блядь, что-то рассуждаете, пидораса Арестовича слушаете, наркомана, Америка. Ребята, вас уже разделили как бублик, блядь, напополам, блядь, на 6 частей. А вы там все, блядь, что-то перемога, хуё. Включите верхние мозги, пацаны. Так, подождите, подождите, давайте определимся. Я город Очаков Николаевской области. Меня куда определяете? Это возле Одессы. Да тьфу на тебя, это Россия, блядь. Будешь наш парень, блядь, прекрасный, хороший, блядь, парень. Судя по образованию филолог, будешь преподавать в институте. Чудесно. А пенсию будете платить 60 тысяч? HBO, Путин, блядь, всем пенсию платит, не поверишь, блядь, кто приходит на российский территорию. А вы сколько получаете? Пенсия у меня? Да. Да у меня гроши, 15 тысяч рублей, блядь. Я никто по имени не считаю. А я, представьте себе, 60, как бывший офицер, буду получать у вас. Да, и будешь, да. Не поверишь, да, будешь 60, будешь получать. А можно так, чтобы не входить в состав России, но уже пенсию? А получать пенсию? Да. Да я хуй её знает. У нас тут турки живут, они такие винты прокидывают. Езжают в Турцию жить, делают российский паспорт, здесь рожают, получают детские, знаешь. Ну, где я живу, у нас много турок, знаешь. Мискитинцев. Они так делают. И ты можешь так пристроиться, и тебе будет лафа, понял? В общем, легко. Обманывают ваше государство, а вы... Совершенно верно, клянусь мамой, блядь. Не просто обманывают, наёбывают, понял? Это 20 миллионов нищих у вас, они вас еще доят, боже мой. Это мягко сказано, доят. Это вообще пиздец. Так вы так вообще без штанов останетесь, что будете делать? Да у нас их и не было, этих штанов, ты не поверишь, блядь. Мы тут вообще пизда нам полная, да. То есть вы собираете эти все земли, чтобы такие же нищие были, как и вы? Да, да, да. Чем больше нищих, тем крепче сталь. Ты понимаешь? Я понял. Сережа, Сережа, я тебя перебью. Дамасская сталь льется витками, ты понимаешь? Чтобы она крепче была, чем больше нищебродов, мы их закрутим в бублик, получится сталь, понял? Так вы... Сначала мы этих бендеровцев накроем, а потом им сочувствующих. И все такое, и все выровняется. И начнется, как говорится, блядь, день солнца. Ты знаешь, Уэллса читал в детстве, маленький был, английского писателя Уэллса. А вот у меня флаг, видите, английский. Вы уважаете англичан, я вижу, да? Они мне нахуй не нужны. Я Уэллса читал в детстве, а он назывался... Уэллс, это же англичанин он. Да, господи. Что это меня... который Герберт Уэллс, да? Да, был такой паренек. Так он же англичанин. Я вот молодец, что... Вам респект, они что вы... Они в жизнь нихуя не влились. И он даже там организовал общины, ты понимаешь, там... Я понял. Адептов, но адепты не приживались, ты понимаешь. Жизнь, она немного разнится с идеями. Идея, как говорится, вперед, а жизнь, как говорится... Да не пересказывайте мне Уэллса, я его читал весь. Я просто вам, так говорится, вы молодец, да, респект вам, что уважаете английских писателей, молодец. Я их много знаю, наверное. Молодцом, молодцом.
В общем, дамасская сталь, понимаете, ее секрет производства вообще-то утерян. Это арабы могут его только знать, а вы... И даже арабы, честно, вы потеряли, понимаете, вот секрет, как лапти плести, вы не потеряли? Не понял, еще раз. Секрет, как лапти плести, вы не потеряли там? Да нет, ну о чем ты говоришь? Во-первых, мы сейчас все в нищете, это первое. Лапти – это наша национальная одежда, ты понимаешь? Так. Сейчас это пойдут, хотел сказать, американские танки, но это не про вас. Пойдут украинские танки на нас. Ну, Америка – это вообще деревня. Украина же это, как говорится, супер-пупер. Они на нас пойдут. Мы сейчас под Ростовом окопы роем. Сначала на окопы гоняли институты, техникумы. Потом гоняли заводы. Сейчас гоняют детские сады. Бедные дети маленькими лопатками песочными копают окопы. Мы боимся удара, знаешь, тяжелого украинского удара. Ну, Арестович, Люся, он же нам грозился ударить, ты понимаешь? А кто это такие? Жопу банит. Скоро в жопу будут засовывать статьи. Кто статьи это такие? Арестовичи, эти кто такие? Объясните. Это у вас на Украине политолог, первый советник президента, как его зовут? Сейчас, стоп, 95-й квартал. О, этот шут был. Так это конечно. Он для вас пишет, он там, вы читаете. Да, у нас он здесь в соцсетях болтается постоянно. А мы его не читаем, это для вас видно. Пишет, чтобы с толку сбить вас, всякую херню пишет, да? Ну, хуй, он такую бредятину пишет. Ну да, да, я понял. Ему такое задание дали, писать всякую бредятину, чтобы там читали. А, ну это им, ну ты сам знаешь, МИ-6 ему дает английская контрразведка. МИ-6, да. Ему дают эту всю фигню, он пишет, а кацапы читают эту фигню всю. Да. Добрый вечер. Добрый. Откуда Бузов? Город Очаков. Город Очаков, Николаевская область. Черное море. Знаю такое. Да. А вы? Ставрополь, Северный Кавказ. Знаменитый город. Родина незабвенного Михаила Сергеевича Горбачева. Да? Скотина редкая, да. Ну что ж. Коммунист? Ну, коммунист он номинально был. А Ельцин? Ельцин. Тоже коммунист. Так само. Зюганов теперь тоже коммунист. Зюганов работает коммунистом. Что же они так это? Коммунисты подвели. Ленина. Не коммунисты подвели, а номенклатура. Ленин старался. Расстрелял в подвале Екатеринбурга. Батюшку царя с детьми. Вот. Установил советскую власть. Эти гады взяли советскую власть. Сгубили. Вот подлюки, а. А как Ленин? Как Ленин же это самое? Расстрелял царя-то с детьми вместе. В Екатеринбурге. В доме Ипатьевых. Взял винтовку Мосина. И бах всех. Да. Так было дело. Прям как Гитлер. Гитлер. Тот тоже не стрелял, только приказы давал. Не, Гитлер стрелял, он же участвовал в Первой мировой войне. Вы же знаете. Первой мировой? Угу. А, ну. Ленин тоже стрелял. Зайцев на охоте. Да. Ну, о чем общаетесь? О Ленине хотите поговорить? О Ленине? Или о чем? Ну, давайте о коммунизме.
коммунизме. На коммунизме? Давай. Да, как эти... Да, как эти... Краснопузы. Краснопузы это. Сгубили... Сгубили... Российскую империю. Да вы что? А это они сгубили? Ну да. Ну да. За немецкие деньги. За немецкие деньги. Ага. А как же это они у них так получилось? Что? Ну, была... Это ж они царя свергли, да, сволочи? Да не, он сам, да не, он сам в отставку подал. Ага. Видит, что какая-то херня наближается. Говорит, подам в отставку. Подам, да. Сам а добровольно. Сам добровольно. Помазанник Божий. Божий. Его, кстати, потом же косточки откопали. Помыли. Помыли. И в Санкт-Петербурге. Перезахоронили. И теперь он и вся его семья признаны российской церковью. Вот святыми. Нет, немножко не так. Да. Они введены в лик святых. Страстотерпцами, вот. Там черта с два слова говоришь. Терпилы. Терпилы. Да, терпилы. Так скажем. Может быть. Может быть, но... Все равно церковь не каноническая, чтобы они там не придумали. Так что... Все равно пофигу. Ух ты, а какая же каноническая? Что-что? Что-что? Какая каноническая? В России? В России? Вообще... Но много канонических церков. Ну, например. Ну украинская, греческая, там румынская, армянская. Я имею в виду те, которые православные. Угу. Особенно православная, наверное, греко-католическая церковь. Особо православная. Я говорю о православных мы ведем речь. Ну, как бы она считается православная и где-то не православная. Но главное, что украинская. Вы же должны, вы что? Это же украинская. А свидетели Иеговы? Не. Там нельзя. Не, там у них Германия, то подлюки. Подлюки. Ай-яй-яй. Да. Так что там с Лениным? На немецкие деньги говорите, да? Да, он это. Что-то там в разливе. Сидел в шалаше. Зиновьевым. Зиновьевым. И шалаш этот ходором ходил вот так вот прямо. Они там писали статьи революции. И потом придумали революцию. Как вот сейчас Путин и Шойгу в шалаше сидели в тайге и придумали спецкастрацию. Спецкастрацию. А у вас еще не это, не того. Не чик-чик, не? Я не принимаю участие. Не дошла до вас очереди. Я же не принимаю участие в спецкастрации. Так а кого же они задумали это самое? Чикнуть? Этих, которые идут на спецкастрацию. А кто идет? Ну, ваши эти... Контрактики. Денежку хотят же заработать. Кто занимается? Ветеринары. Те, что по баранам. Слушайте, она нас... Те, что по баранам занимаются. Они вот идут стаями прямо. Ура! А их ловят вот и вот. Так, скопят. Что-то мало вы переловили. Почему уже? Концлагерь целый. Под Львовом концлагерь сделали.
Ви, сука, блядь, нищеброди, блядь, погане, нахуй. Ви, сука, можете тільки бігати, блядь, і клянчити. Дайте нам пулемети, дайте нам, блін, автомати, нахуй. І піздеть вот это сидеть, блін, в креслі там. Не нервничайте, а то ви зараз вскипите і удерете. Умерьте свой пыл. Не надо так. Не надо, не удирайте. Не удирайте. Успокойтесь. Успокойтесь, не удирайте. Не удирайте. Не удирайте, блядь. Мы вот Сталин в Великую Отечественную войну тоже клянчил на оружие. Понимаете? Клянчил. Клянчил. Клянчил оружие. Сталин клянчил оружие. Представьте себе, да. Вот, например, «Катюши», они были установлены на базу студебеккеров. Например, летчики летали на самолетах «Аэрокобра» американских. Также были транспортные самолеты «Дуглас». Также шло продовольствие большими, огромнейшими партиями, которые кушали с удовольствием солдаты. Тушеночки, галеты и так далее. Сухпайки, все шло в Соединенных Штатах Америки. Я знаю, что вам не нравится, что воевать с вооруженными, вам как бы это не с руки, да? Хорошо бы с безоружными воевать, вот это да. А так вы так как взвыли. Ой, да вы просите оружие, оружие просите. Ой, воюйте голыми руками с нами. Не надо просить оружие у Запада. Вот мы не хотим, не давайте им оружие, потому что мы боимся с вооруженными воевать. Не давайте, не надо, не давайте оружие. Доброй ночи. Да-да, добрый, очень добрый, добрейший. О чем здесь беседы? Беседуете, разговоры разговариваете. Да, о чем угодно. Хотите о музыке, хотите о политике, хотите о женщинах. Хотите о вкладах, хотите о бирже. Что вас интересует? О женщинах. Женаты? Ну, конечно. А, тогда не будем. Почему? Ну, как бы, это личная тема, да. Можно вопрос какой? У вас такой фон интересный. Это что значит такое? Это флажок. Это флаг Великобритании? Да, флажок внучка. Он здесь сидит в рулетке с собеседниками, изучает английский. А, ну это не флаг, это штандарт, да? Английский, да, изучает. Не, я говорю, у вас за вами не флаг? Да, я хрен его знает. Надо его спросить, да, чего он так-то повесил, да, надо так спросить, да. А вы сами-то откуда? То, что я подумал, вы прямо из Великобритании. Не, я это говорю, что внук изучает английский, да, вот тут в рулетке с собеседниками. А я город Очаков, Николаевская область, Черное море. Ну, чтобы так ориентировочно, в сторону Одессы, чтобы вы понимали. Понятно. Новосибирск. Сибирь, матушка. Ого. А что так ого сразу? Ну, как бы... Про Чаков бы мог сказать, ого, где это? Далеко. Так далеко от центра мира, господи. Как там у вас в Очакове? Далеко. Людям. Сейчас лучше стало. Вот уже как этого потопили крейсер «Москва» флагмана... Боятся подходить, боятся. Да, постреливал. Зачем? Да, а сейчас не постреливают, не. Все. Сдулся. Понятно. Да. А чем по вам крейсер «Москва» постреливал? Ну, у него же там ракетки какие-то, он пулял. Ну, потому что ракеты морского базирования, они же не вода-земля, они же вода-вода только. Чем он вам досаждал? Вода-вода? Конечно. Ну вот мне расскажите, как вот отставному офицеру, чем вам крейсер «Москва» досаждал в городе Очакове. То есть вы считаете, что крылатые ракеты, я не знаю, они только вода-вода, по земле не бьют? Они классифицируются, говорю вам, как
профессиональный военный, да. И зачем же им вот ширина Черного моря 300 километров, а у них ракеты там большой дальности, нафига они тогда нужны? А что, большой дальности? Откуда вы взяли, что они там большой дальности? Откуда такая информация? Интересно было бы знать. Ну, почитайте там крейсер «Москва», вооружение. У него там 24 ракеты там стояло. А вы точно сейчас в Очакове находитесь? Да. Да, вы на какой улице в Очакове живете? На улице? Да. Богдана Хмельницкого. Богдана Хмельницкого. Да. А вы точно это в Новосибирске? Да, единственная в мире улица Татьяны Снежиной, можете проверить. Татьяна Снежиной, дом 29/1. А скажите, пожалуйста, аэропорт Толмачева имени кого назван у вас? Ой, Толмачева, да, они же их же переименовывали, ёкаламоне. По-моему... Слушайте, даже не помню. Не запоминал. Александр Иванович Покрышкина он назван. Покрышкина? Имени. Не Кожедуба? Нет. Ваш... Просто оба трижды герои Советского Союза. Ваш земляк ваш. Земляк ваш. Да это на самом деле даже не интересно. Александр Иванович Покрышкин, трижды герой Советского Союза. Да, я в курсе. Да. Ваш земляк. Да, я в курсе, да. Ну, что же вы так? Деды воевали, а не знаете. Выдающихся таких людей. Я вот знаю путь своего деда, а вот как бы чужих там мне особо не надо. Путь деда. Да, ну что это, еще вопрос такой. И куда он, куда дед дополз? В смысле дополз? Ну, не надо такими словами. Ну, он же в пехоте был, ползком или как? Нет, он пограничник. Он прошел войну с 22 июня 1941. Ну, шел он, да? Мая 1945, да. Ну, когда шел, когда ехал. Когда, к сожалению, полз, да. Ну, да. Он, ну, я же говорю... Закончил Берлинский полк, он Берлин штурмовал. Ну, вот, да, пехотинец, наверное, вот, полз. Ползком. Ладненько, у меня вопросик вам такой. Да. Как относитесь к тому, что скоро там Очаков и вообще все побережье будет опять российским? Отношусь так, что не будет. А, ну понятно. Иначе зачем бы мы воевали, если бы мы знали, что будет? Вот 4 месяца скоро будет, как например, вот там, воюем. Польша, допустим, вот. Польша, например, во Второй мировой войне воевала, знала, что не победит, но тем не менее воевала. Что-то, первая польская армия потом освобождала Польшу вместе с советской армией от немецко-фашистских захватчиков. Захватчики. Ну да, конечно, да, так. Ну вот. Мы же с захватчиками воюемся. Так. Ну, да. А как иначе? Поляки молодцы, через поляков идет вся логистика, нам поставки вооружений через поляков идут. Ну я ж не про это. Вы же знаете, да, вроде бы там на польских аэродромах садятся самолеты из США, а дальше да, сюда. Ну, Польша страна НАТО, как бы без этих проблем, да. Территория НАТО, да, потом там территория НАТО уничтожается там российскими войсками. Ну да. Меня это на самом деле мало интересует. Меня интересует больше политическая составляющая, та, которая будет там примерно там, через там, полгода, например. Ну, что-то вы понимаете, что все уже раз забуксовала эта фигня, уже тут не да, видать победы, не видать. Блицкриг провалился, понимаешь, да. А про Блицкриг вообще-то никто не говорил, а во-вторых, как бы, ну, Херсонская область уже перешла, там российский рубль, вхождение российский. Да, какое хождение? А что он там ходит? Зачем он ходит там? В магазин вы приходите, вы расплачиваете. Так, а где людям брать российские рубли?
Так мы выплачиваем пенсии, зарплаты. Да ничего вы там не выплачиваете. Что вы думаете? Люди... Мы выплачиваем пенсии, страховые пособия. Мы туда завозим ГСМ, туда завозим медикаменты. У вас кто-нибудь... 1 сентября, мы с 1 сентября там обучение вводим во всех... Где же вы сколько учителей наберете? В смысле? Так они там есть, они уже готовы. Вот они выстраиваются. Да, ничего там не выстраиваются. Так причем это, понимаете, это показывают даже не российские каналы, это показывают иностранные каналы, там CNN, Fox News. Да, кстати, вот что хотел еще спросить. В Очакове вы какие новости смотрите? Мы свои смотрим новости, да. Мы смотрим новости о том, что... Вооруженные силы Украины стоят в 10 километрах от Херсона. Господи. Вот это она нам показывает. Слушайте, я что-то не пойму. Ваша задача какая? Захватывать эти территории, чтобы выплачивать там пенсии или что-то, я не пойму, это такая. Ага. Ну, все равно, ведь понимаете, всегда войны проходят так. Вот вначале их захватчики захватывают, а потом их выгоняют, захватчиков. Представьте себя, у меня, допустим, вот. Родители жили все в Запорожье, да. Они были в оккупации 3 года. И прожили 3 года в оккупации, а потом все равно же, ведь немцев выгнали. И всегда, войны всегда так и происходят. Они думали, что навечно пришли. Вот, понимаете? Это всегда так. А немцы, кстати, за 4 месяца уже у Москвы были. Вот, у Москвы. А вы что-то там, то, что вы захватили за 10 дней, вот, первые 10 дней войны, и на этом все. Вас выгнали из Киевской области, выгнали из Черниговской области, выгнали из Сумской области, выгнали из Харьковской области. Вот теперь... Донбасс хотите завоевать и удержать вот эти территории Херсона. Ну, а наша задача вас гнать, как обыкновенных оккупантов. Понимаете, да? Вот. Как обыкновенных оккупантов вас будут выгонять. Здорово. Ага. Здорово. Что ты там? Блогер. Да, блогер. Ага, ну давай, есть вопрос? Та ні, нема вопроса. Слухай, ну я Росія, ти там Україна смотри. Ну і що? Ну що там, розумієш на українській мові? Комари літають? І на русській буде. Комари літають? Летают, а что, у вас не летают? Это же наши с биолаборатории прилетели к вам. Хороший юмор. Накаркали, вот, к вам прилетели с биолаборатории комары. И знаете, что вот они кусают ваших солдатушек правый глаз. Каких? У них опухают... Откуда родом вообще наши солдатушки... Они у вас там где воюют? Опухают у них правый глаз, они не могут... Я из южного региона. Целиться не могут из этого прицельной планки. Они приплетают. Ну слухай, послухай. Что вы там? Что такое? Да тебя закусают. Давайте, ну что ты? Ну, вопрос. Иди в хату уже, а то комары загрызут. Иди. Давай будем разговаривать, вопрос ответ. Да давай, ты откуда? С каких ебеней ты? Расскажи. Ой, я с Краснодара. Ой, Краснодара. А ты от каких ебеней? А я вот этого Солнцедара. Знаешь, такое вино было? Вино, помнишь, было такое при Советском Союзе? Солнцедар.
короче, что-то припиздошивать начинаете, как обычно, вот это ваше. Да, ну, я чтоб ты это, махал руками, это комары ж загрызут тебя. А, молодец. А ты не махай, пусть кровушку пьют твою, ничего, жалко а тебе. Ты, с какого региона? Кровь младенцев, это ж они прилетают, напиваются кровь младенцев и нам приносят кровь, сносят в Украину. Из биолаборатории. Кому? Комары, тебе, комары, да, да. Чучело огород. Они как эти, как прям в баночке. Как пчелы, как пчелы. А ты же слухай, флаг повесил. Как пчелы. Государство, короче, что у тебя там? Так что, это ж тебе непонятно, да? Тебе же непонятно. Ты ж не знаешь, где твоя родина. Потому что у тебя сегодня... Там моя же родина Краснодар. Шановні друзі, ви дивилися нарізку зі стрімів. Аби дивитися стріми цілком без нарізки і купюр, будь ласка, підпишіться на Patreon. Посилання на Patreon під всіма відео і стрімами. Підтримайте наш канал вподобайками, коментарями, тисніть на дзвіночок, а також розповсюджуйте мої ролики в соцмережах. Підпишіться на всі мої канали, адже час від часу мені доводиться змінювати місце стрімів та дислокації з метою безпеки, адже дуже багато росіян незадоволені моїм контентом і кидають страйки. Наші гасла – «Борітеся, поборете», «Героям слава», «Смерть ворогам», «Понад усе», «Від сяну до дону», «На гіляку».